Нажимаем кнопочку. Камера, мотор. Как качество? Опа, вот так. Здесь качество хорошее? А то с качеством уже один раз пролетело. И так? Ну, чуть-чуть вот так. И нет. Блин, ребят, скажите, как надо, я не могу понять. Так, что ли? Ладно, все пусть будет так. Если не будет качества, я пойду спрыгну с окна. Хотя у меня первый этаж. Всем привет, ребята, с вами снова я, Оля. Перед началом данного видео хочу попросить прощения у всех подписчиков своего канала за столь долгое отсутствие. На канале действительно давно не выходили ролики, нет мне оправдания, да. Но я буду исправляться. Перед началом данного видео я хочу объявить небольшую новость для всех подписчиков своего канала о том, что я решила немного поменять формат видео, и теперь я буду снимать в основном реакции на своем канале, реакции в основном на кей-поп музыку, на зарубежную музыку. Также в дальнейшем будущем у меня есть планы снимать реакции на фильмы и сериалы, но это зависит только от вас, если вам зайдет данный формат. Пишите в комментариях. Ну а сегодня, как вы уже заметили по моей футболочке с BTS, я буду смотреть коллаборацию Coldplay и BTS My Universe. Очень давно хотела посмотреть данный клип, но все оттягивала, откладывала, чтобы посмотреть его вместе с вами. Я жду чего-то очень потрясающего, потому что я знаю Coldplay, мне нравится его музыка очень атмосферная. У BTS в принципе то же самое, и мне кажется, если их совместить, будет что-то бомбическое. Этот клип попадался мне на YouTube в рекламах миллионы раз, и я старалась всячески не смотреть, как-то его быстрее промотать, потому что я не хотела портить первое впечатление и хотела посмотреть данный клип только с вами. Клип вышел уже 2 месяца как, а я только сейчас снимаю реакцию. Что? Что ж, я уже очень долго наболтала, давайте уже поскорее приступим и, как всегда, поехали. Все, вы готовы? Я готова. Поехали. Once upon a time, many years from now, music is forbidden across the shares. On 3 different planets, 3 different bands define... Ай, не успеваю. Короче, прочитаю про себя. Что-то красивое и очень качественное, судя по картинке. Как громко. Вау, 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 стоп! Друзья, вы что, так быстро нельзя начинали? Кстати, чтобы вы понимали, моя кошечка сейчас смотрит со мной. Что-то космическое. Мне нравится. No music. All music. Yes. В стиле Coldplay. У него очень атмосферная музыка. Почему тебя так плохо видно? Ты что, не из этого мира? Повторяю, я уже слышала припев, поэтому... Под эту песню очень хочется двигаться. Здесь есть какой-то сюжет или здесь просто... Я надеюсь, я не громко говорю, я просто пытаюсь перекричать музыку, а она громко. Нет, здесь определенно есть какой-то сюжет. Так, эта музыка абсолютно на английском, да? На расслабоне все. Как будто этот клип просто... Ну, может, снимем? Давайте снимем, монтажа добавим, и будет вам клип. Очень расслабленная атмосфера. Какие-то существа... Космические. Робот. О, какие милашки. Ну,
Ой, красивый переход был. Шуга с розовыми волосами. Почему Гуга такой красивый голос? Вы просто послушайте. Под эту песню только зажигать, ребят. Очень красиво. Так, тут все на зеленом фоне, а вот здесь какие-то заброшки, да? Какие-то инопланетяне, так сказать. Что-то о будущем, да? Ага. Какая-то ошибка. А, нет! Они все исчезли. А BTS остались. Куда-то мы полетели, значит. Вау. Куда-то летим. Мне нужен определенный еще раз припев. Я просто кайфую. Как и они. Уже конец? Серьезно? Нет! Мне не хватило, ребят. Слишком быстро. We are all. Да, что-то там. Ну, слушайте, я не знаю, как это выразить словами, потому что это реально был космос. Coldplay, я уже говорила, я люблю его музыку, у него очень крутой голос, и его музыка очень позитивная, и под нее хочется двигаться, и она очень атмосферная и душевная. Для меня BTS открылись в каком-то новом свете, мне кажется, это что-то немного другое, отличается определенно от их прежнего стиля. Может, это потому, что они пели на английском. Определенно лайк. Мне очень понравился клип. Если вы посмотрели со мной сейчас, то отпишитесь в комментариях, как вам этот клип. Мне лично очень зашло. Было очень красиво, очень качественно. Если тут есть BTS, стоит ли говорить о качестве? Я думаю, не стоит. Что касается песни, песня определенно попадет в мой плейлист. Я буду зажигать под нее, танцевать и просто наслаждаться жизнью. На этом все, ребят. Я надеюсь, что вам понравилась данная реакция. Отпишитесь в комментариях, как вам данный клип. Ну а для любителей топов фильмов и сериалов, которые наверняка есть среди моих любимых подписчиков, для вас я создала второй канал, где будут только топы фильмов, сериалов, дорам. Всех кинолюбителей, сериаломанов жду на своем втором канале. Ссылочка на него будет в описании. Ну а на этом все. Всех люблю. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока!